Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас вот такой огромный заказ Faberlic по 7-му каталогу. Здесь много новинок, давайте скорее начинать. Открываю вместе с вами упаковочку, на пункте выдачи ничего не проверяла. И сейчас посмотрим, как тут у нас все упаковано. У нас приходит все всегда в одной коробочке, запаковано. На пункте выдачи вскрывать ее не имеют права. Вот, все отличненько. Давайте по порядку. Первым достанем с вами пакетик. Тут, скорее всего, наверное, бытовая химия. Или еда. Еда. Девчонки, здесь еда. И здесь новинки. Ой, а у меня просыпался кофе. Слушайте, у меня просыпался кофе. Хорошо, что в отдельном пакете. Интересно, откуда? Сейчас покажу вам. Смотрите. Видите? В пакете просыпался кофе, но пахнет очень вкусно. Откуда ты сыпешься? Вроде упаковка не повреждена. Слушайте, даже не найду, вот откуда он сыпется. Непонятно. В общем, я заказала вот такой вот кофе. Уже заказала молотый, хотя у меня есть кофемолка. Я очень люблю молоть сама зерна. Так кофе гораздо вкуснее. Крепче, интереснее, кофе молотый, доброе утро я взяла, он, насколько я поняла, покрепче, чем добрый день, да? Смотрите, мягкость 3 из 5, насыщенность 4 из 5, кислотность 2 из 3, 2 из 5 это хорошо, степень обжарки 3 из 5. Эффект выраженная, но мягкая, длительная бодрость, о как, вот так вот. Вот так он выглядит, я вам покажу поближе потом информацию всю про кофе. Артикул этого кофе у нас с вами, срок годности 12 месяцев. 160-46. Пахнет, кстати, обалденно рассыпанный кофе. Рассыпался он на семена чиа, которые я тоже заказала. Я посмотрела, девчонки, вроде семена чиа можно беременным. И живицу можно беременным, я ее тоже заказала. Посмотрела, почитала, только положительные отзывы, как бы, и семена чиа. Насколько они богаты омега и микроэлементами, как бы, все отлично. Поэтому, конечно, взяла. Говорят, что они есть подешевле на Wildberries, на Озон, но здесь тоже цена вполне адекватная, за 20 порций, 300 с чем-то рублей, по-моему, да, со скидкой. Так, семена чиа, артикул, у нас здесь 200 грамм, и артикул, девчонки, и мальчишки 157-54. 1 столовую ложку добавить в стакан воды, коктейля, сока или любого другого напитка. Говорят, вкусно очень с йогуртом, с питьевым. Я ни разу, кстати, семена чиа еще не пробовала. Давно было желание, но почему-то вот ни разу. Так, говорят, с кефирчиком можно, с йогуртом питьевым, да, вкусненько должно быть. Ждем в течение 30 минут, пока семена впитывают жидкость и приобретают желеобразную консистенцию. Тщательно перемешиваем, кушаем, наслаждаемся, да? Про пользу здесь не написано, если вам интересно, сами почитайте в интернете. Я вам покажу тоже подробную информацию на обратной стороне. Давайте откроем и посмотрим, что они из себя вообще представляют. Здесь зип-пакет, смотрите, вот такие вот семянушки. Они у нас будут разбухать. Запаха никакого нет. Вообще никакого. То есть я не думаю, что это будет неприятно. Мы обязательно в следующем видео с вами приготовим. Посмотрим, как это все будет дело выглядеть. Да? Так, и что у нас тут еще в продуктах? 2 батончика, которые тоже засыпало кофе. Немного, но откуда-то просыпалось. Не могу понять, девчонки, прям откуда он сыпался. Я заказала. Они при покупке 2, по-моему, срабатывала акция. Если я не ошибаюсь, свои любимые. Это арахисовый. По-моему, если я не ошибаюсь. Так, артикул 156-47. Для меня он самый вкусный. Вот этот фисташка зелененький. Самый вкусненький. Вообще обожаю его. И белый это кокосик. Вот так он выглядит. Его артикул 156-46. Да, это у нас кокосик. Мне очень нравятся эти батончики. Гораздо больше, чем злаковые. Но злаковые они, может быть, даже в какой-то степени и полезнее. Так, дальше из еды еще, девчонки, соль. Она стоит отдельно. Не в пакетике, просто стоит. Так, 3 штуки, по-моему, я заказала. Если я не ошибаюсь, еще 1 батончик. Почему-то мультизлаковый опять положили. Акция была у нас в прошлом каталоге, сейчас опять батончик мультизлаковый. Миндаль, клюква, эхинацея. Я его не заказывала, 100%. Батончик в подарок. Срок годности. До 8-21, нормальный. Батончик положили в подарок. Мелочь, а приятно. Так, 3 соли, по-моему, у меня, да. Я хотела взять всю, но потом подумала, что я ее за год не съем. Я думала, кстати, будут больше упаковочки. Они маленькие, поэтому израсходуются быстро. Они, видите, такие вот маленькие. Не как в магазине соль у нас продается, в похожих банках, да, они такие вот маленькие. Альпийскую с розмарином орегано взяла. Так, потом следующая. Уэльская правильная соль.
Вот такая вот розовенькая. Такое эльское 161,46. Альпийская 161,42. И неаполитанская с базиликом и тимьяном. Вот это вот красненькая. Я люблю базилик сушеный. 161,41. Давайте какую-нибудь с вами вскроем. Ольская просто белая. На ней ничего не написано. Давайте вскроем зелененькую. Интересно. И посмотрим. Макс! Не мешай снимать видео. Идет тебе. Они вот так запечатаны. Скотчем. Кусочек как скотч такой, да? Вот здесь вот такая вот у нас крышечка, чтобы дозировать соль. Но сначала нам нужно проколоть дырки, я так понимаю, потому что их здесь в принципе нет. Их нужно снять вот эту белую крышечку и проколоть. Сейчас сделаю. Открыла. Я не знаю почему, мне знаете, чем пахнет? Маслом эвкалипта. Не, ну это у меня извращенные сейчас могут быть запахи. Пахнет действительно тимьяном. Это розмарин. И розмарином пахнет вкусненько. А я люблю с тимьяном, с розмарином делать мясо. Это на самом деле вкусно. И вот она крышка. Еле-еле ее вытащила. И нам здесь нужно как-то продавить с вами эти дырочки. А как их продавить, это хороший вопрос, потому что они не полые. Одна дырочка. Кое-как я ее расковыряла. То канцелярским ножом вырезала. И, в общем, она у нас будет регулироваться. Либо так будем с вами сыпать. Либо вот такое вот есть большое отверстие, либо вот такое овальное, еще больше. Ну, обычно, мне кажется, вот такого маленького хватает. Давайте с вами попробуем ее. Очень приятная, но не сильно соленая. Нужно будет приловчиться с ней, конечно, готовить блюдо. Соль с пониженным содержанием натрия, по-моему, используется здесь везде, да. Приятный, слушайте, вкусно. Даже на вкус лучше, чем на запах. Вот это вот альпийское. Мне кажется, они все будут довольно приятные, интересные. Травки не сильно ощущаются. Они больше вот как-то по запаху ощущаются. А на вкус не сильно совсем. Вот эта розовенькая, я так поняла, это вообще просто соль. Содержит коллаген, пищевые волокна. И здесь, видите, она просто чисто белая. Вот тут видно. И на дне видно, что это просто соль. Нет, ну здорово, здорово. Когда соль полезная, это тоже очень на самом деле здорово. Показываю вам продукты поближе. Вот кофе до сих пор не пойму, откуда сыпался, потому что здесь все запаяно, запечатано. Вот так он выглядит. Пахнет очень ароматно. Вот информация. Завтра же попробую прям. Вообще очень хочется уже. Сегодня не буду. А, вот, смотрите. Что вот это за дырочки такие здесь? Вот что это? Это так и должно быть, чтобы не отсыревало, что ли, оно? Смотрите, девчонки, кто кофе заказывал, напишите, у вас также. Вот эти вот дырочки, видите? Так, семена чиа. Вот они, 20 порций. Вот информация. По приготовлению. Белкам, жирам, углеводам. Срок годности, артикул. Сейчас открою, покажу, как они выглядят. Так, вот они. Смотрите, какие интересные. Так, и соль. Вот она, соль альпийская. Тут можно на дне посмотреть травки, как выглядит. Вот. Ну и вот в этом окошке. Много травок. А розовенькая, вот она просто беленькая. Уэльская соль, правильная. Состав, кому интересно. Может содержать следы горчицы, молока, глютена, содержащих злаков, сои. Красная. Тоже интересная, много специй. Базилик, тимьян. Тут, смотрите, чесночок, тимьян, орегано, базилик, фокус. Перец красный, сладкий. Пищевые волокна, коллаген, базилик. Хороший состав. Слушайте. Поехали дальше. Заказала, естественно, живицу. Не знаю, как правильно, это кедровое масло. Наконец-то она опять появилась в компании Faberlic. У меня по поводу этого продукта только положительные отзывы. Я, когда он не пропал еще, этот продукт из Faberlic, дочери давала на постоянной основе курсом, когда мы еще ходили в садик. И в этот период мы вообще не болели. Поэтому только положительные отзывы могу сказать о нем, об этом продукте. И, скорее всего, еще буду брать в запас, пока не разобрали. До 23-го года срок годности вполне нормально. Если всем пить, всей семьей, 90 капсул, а у нас по 3-5 штук в день нужно пить, да? Но ребенку я давала по одной. По одной, я считаю, этого достаточно вполне. Вот. Надо брать еще, конечно. Вот так у нас все баночки приходят зафольгированы.
И вот они капсулки. В принципе, ничего не изменилось. Такие зелененькие, хорошенькие, кругленькие капсулки. Такой слегка запах прогорклого масла в баночке. Ну, в общем, прожавицу тоже можете почитать в интернете. Кто никогда не пробовал, не покупал, она обладает великолепными свойствами. И там обогащена вообще многими витаминами, омега и так далее. Так, все, живицу отставляем. Артикул ее 157-28. Прям советую, девчонки, пока она есть, пока она снова не пропала, ее так быстро разбирают, запасаться. Взяла порошок. В прошлый раз была горная свежесть, теперь альпийские луга. Стираю только им, либо порошком Гринли, в зависимости от того, на какой порошок есть акция, да. Сделаны они у нас в Германии. Артикул этого порошка 322. Здесь 800 грамм, которые приравниваются к 3 килограммам обычного порошка. Мне обычно вот этой пачки хватает на период действия каталога, то есть 3 недели, иногда на месяц. Нормально, вполне. Стираю я почти каждый день, иногда в день по 5 раз. Сейчас формулу в прошлом году обновили, поэтому порошки гораздо стали мощнее, и я люблю их и стираю ими. Уже не выглядят вещи застиранными, как было у меня, допустим, с предыдущей версией порошков. Так, запаслась детской линейкой, я вам говорила, уже пора. Сейчас буду перестирывать все вещи, уже для малыша собирать. И что у меня здесь? Я взяла, впервые, кстати, взяла детские салфетки вот из этой серии Faberlic Baby. Она мне вообще вся безумно нравится. Здесь у меня еще что-то есть, да. Гель для подмывания, я снова повторила. Я сейчас и сама его использую, девчонки, потому что, ну, беременной хочется что-то более-менее безопасное, да. И дочь у меня на постоянной основе пользуется, и для малыша, конечно, тоже будем брать его. Гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Артикул 1644, здесь 190 мл. Удобный дозатор и потрясающая одушка чистоты. Вот. Похоже, знаете, на какую одушку, кто, у кого детки маленькие были? Бёбхин, вот эта вот серия. Очень похожа одушечка, прям мне очень нравится. Так, и салфетки я взяла первый раз, 0+, 50 штук. В роддом с собой возьму. Еще надо запастись. Скорее всего, в этом периоде будет еще заказ, потому что, ну, таких вещей нужно сейчас много. С экстрактом календулы, пантенолом, витамином Е. Артикул салфетки. Я думала, кстати, маленькая упаковка, а тут, оказывается, 50 штук. Прям, ну, это радостно, на самом деле. Артикул 1798. Давайте с вами достанем одну. Может, кто-то так же, как и я, никогда их не брал и не имеет представления вообще, что это такое. Обычные салфеточки. Достаточно прочные. Не рвутся. При натягивании одушка такая же, как у геля для подмывания. Классная, очень вкусная. Пропитка средняя, то есть они хорошо пропитаны. Вот верхняя салфетка, да, она достаточно влажная. Как бы все отлично. Размер салфеток, пропитка меня устраивает вполне. Так, дальше из малышковой линейки. Кондиционер для детского белья. Перестирывать сейчас буду все малышковые вещи. Первый раз тоже беру всю эту серию, девчонки. Интересно, потом, конечно, буду оставлять вам отзывы и посты в Инстаграм писать. Ну и в следующем видео, конечно, мы будем с вами все тестировать. В основном новиночки, но эти продукты тоже. Артикул 115-16. Кондиционер для детского белья с алоэ вера. Это у нас линейка тоже Faberlic Baby Dom Faberlic 0+. Гипоаллергенная одушка без красителей. Запах есть, но запах приятный, очень приятный. Отличается от линейки предыдущей, да, Faberlic Baby, вот это для подмывания. Но что-то есть схожее, очень приятный, мне нравится. Он такой белесый и достаточно жиденький. Ну, в принципе, как и все кондиционеры Faberlic. Удобно, что крышка у нас здесь, миллилитраж есть. Вот он белый какой. Так, дальше, следующее. Концентрированный гель для стирки детского белья. На него была не очень вкусная цена, но уже надо. 499 рублей он по каталогу стоит, достаточно дорого. Да? Но мне некогда уже было ждать скидку. Гипоаллергенная одушка без красителей. 115-15 артикул. Тоже миллилитраж есть на крышке. Чуть-чуть по-другому пахнет. Менее выраженная одушка, но приятно. Он такой прозрачный желтоватый гель. Чуть погуще, чем кондиционер. Буду пробовать уже на днях. Буду начинать все перестирывать, буду пробовать. И средство для мытья посуды и детских принадлежностей. На него в этом каталоге цена хорошая. По-моему, 159 рублей без скидки. Дерматологически протестировано, без красителей, без одушки. Мыть бутылочки, соски и так далее. Да? Хотя наши средства для мытья посуды, все Faberlic, они и так 0+. И можно и ими. Но мне интересно было ли эту линейку, конечно, тоже потестировать. 500 мл. Такая же консистенция, как у геля для стирки. Такой желтоватый, он здесь уже вам в крышечке не покажу. И достаточно, вы знаете, густой, погуще даже, чем некоторые сейчас у нас с вами новинки для мытья посуды. Одушка еле-еле выражена, похожа слегка на концентрированный вот гель для стирки белья. Будем пробовать, посмотрим. Он достаточно густой, да, гуще многих средств для мытья посуды сейчас однозначно. Так, поехали дальше. Из линейки «Эксперт» своей любимой заказала 3 продукта. А нашла почему-то 2. Или 2 заказывала. Нет, 2, девчонки, я забыла, что я теперь не беру оттуда интимочку, а беру детскую. Я заказала дезодорант для интимной гигиены. Мне захотелось попробовать, мне стало интересно на самом деле. Потому что сейчас во время беременности запахи все обострены, да, и чистоты хочется еще больше, еще чаще, нежели до беременности.
Артикул Дезика 1628. Здесь 75 миллилитров. Это такая вот малышечка. Прям малышечка. Давайте потестируем аромат. Если пахнет, как вся эта линейка. Мне, в принципе, аромат у них очень нравится. Нет, интереснее. Не так, как гель для интимной гигиены. Интересный, слегка цветочная отдушка. Не навязчивая. В нос не бьет, очень приятная, деликатная. В отличие, допустим, от серии Луника, от которой задохнуться можно. Здесь приятненько, мне нравится. Здорово, нет, здорово пахнет, хорошо, мне нравится. Удачная покупка. Повторяю, гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Это тоже обостренное чувство чистоты, с этим связано, да? Потому что, ну, кто был беременный, тот знает, что кажется, что и во рту у тебя не всегда свежо и так далее. 1679 артикул, он мне очень нравится. Это мята вырви глаз, хватает его надолго. Один раз пшикнешь, буквально хватает для всей полости рта. Вот такой вот флакончик. Артикул 1679, я вам сказала, здесь 100 миллилитров. Он прям такой мятненький-мятненький. Кто не любит, не понравится. Я люблю. Мне нравится прям такая. Что у меня сегодня на голове, девчонки? Прям такая мята, которая даже как обжигающая может кому-то показаться, кто не сильно любит мятные продукты. Мне нравится. Дочь тоже с удовольствием пользуется. Дальше из новинок. Новинок конкретно по формату, да, 400 миллилитров шампуня взяла Ботаника для жирных волос. Глубокое очищение, увлажнение, облепих и можжевельник. Я уже брала, по-моему, в мини-формате, если не ошибаюсь. Мне нравится средство Ботаника. Чуть меньше, чем раньше нравилась серия Арктика. Вообще потрясающе просто. Цены смешные, а волосы после этой линейки выглядели потрясающе. Ну, вот Ботаника наподобие. А, несмотря на свою бюджетность, она очень круто работает с волосами, поэтому обращайте внимание. Главное, грамотно подбирайте себе уход. Шампунь подбираем по типу кожи головы, бальзам подбираем по типу волос. И тогда все у вас будет нормально. Никакого зуда не будет, шелушения и так далее. Так, здесь у нас 400 мл, артикул 1273. Вкусно пахнет облепихой. Ай, как вкусно облепихой пахнет, как облепихи-то захотелось. В общем, чтобы было. Так, дальше. Дальше детская линеечка. Техно Kids. Была хорошая цена на шампунь, который мы постоянно берем. 3+. Шампунь-бальзам 2 в 1. Я не скажу, что он 2 в 1, потому что волосы после него у нас все равно очень сильно путаются. Но, тем не менее, он устраивает своей безопасностью. Гипоаллергенностью. Здесь только пищевые красители. Артикул 2354, 250 миллилитров. И пахнет он сочным зеленым яблоком. Мне очень нравится. Можем и как пену для ванны использовать, и как шампунь. И зубную пасту, конечно же, 6+. Техно Kids. Это груша. Сейчас хорошая цена на них тоже на пасты. 2359 артикул. Здесь 50 миллилитров. Она действительно пахнет грушей. Она приходит у нас так зафольгирована. Пока открывать не буду, потому что стоят две штуки уже в использовании. Но пока хорошая цена, всегда беру одну в запас. Пасту ребенка расходуется очень быстро. Пасты классные, люблю их гораздо больше, чем взрослые. Взрослые вообще Фаберлик ни одну для себя не нашла. А детская здорово очищает эмаль без повышения чувствительности. И ребенок мой уже пользуется больше 2 лет только этими пастами. И все отлично. Так, далее. Вы мне, мои хорошие, видео про борьбу с пигментными пятнами советовали попробовать крем ICUL. Потому что именно он заявлен... А то, что он борется с пигментацией. Я почитала, действительно, да, как-то этот момент прошел мимо меня, я его заказала. Заказала я его по программе Faberlic Like, так он вышел немного дешевле. И действительно, в аннотации к этому продукту есть то, что рекомендуется. А вот снижает выраженность пигментных пятен. Будем пробовать вместе с вами, посмотрим. 0227 его артикул. Еще ни разу его не брала. Давайте посмотрим. Девочки несколько даже писали прямо вот в комментариях, что да, что да. Вот такой он сиреневенький. Крышечка. А, внутри он беленький. Это непрозрачная банка. Достаточно плотный, хочу сказать вам, уже это видно сразу. Вот такой прям плотный-плотный. При соприкосновении кожи с кожей немножко начинает подтаивать, но тем не менее сохраняется вот эта плотность. Аромат приятный, одушка такая цветочная. Не знаю, девчонки, будем пробовать на лицо в следующем видео, прям не отходя от кассы. Впитывается не очень быстро, но вот начинает потихоньку впитываться и, в принципе, оставлять на коже такое приятное сияние. И кожа увлажненная, хорошо увлажненная, может быть, даже напитанная в каких-то моментах. Приятная консистенция, приятная одушка, будем с вами тестировать. Дальше. Дальше взяла, девчонки, краску, надо красить корни, уже жутко отрастают. И знаете, какую взяла? 5,46, светлый каштан медно-красный. Хочется чего-то поярче. Я буду красить корни, а потом немножко просто протяну. В следующем видео с вами, наверное, тоже вместе будем делать. Протяну на всю длину. Потому что, ну, как-то надоел вот этот мышиный цвет, если честно. Хочется чего-то вот такого яркого. Мне все-таки кажется, что яркий мне идет больше. 5,46 номер краски, артикул 180-31. Мне кажется, должно быть симпатично. Попробуем.
Так, наклейки, что перчаток нету, нет. Возможно, они есть. Дальше новиночки. Гель для душа новый. Бонжорно. Вот такой вот. Он у нас с вами с базиликом тоже. И с чем еще? Япония. В каталоге написано, здесь по-русски ничего нету спереди. С базиликом и чем-то цитрусовым. И заднее написано, представляете? Только в каталоге, походу. Сады прохладной утренней росой, завораживающие горы. Та-та-та-та-та. А, японский лимон, приправленный терпкими нотами японского базилика 600. Класс. Ой, вкусненько, девчонки. Он, наверное, у меня будет самым любимым в этой линейке. Ярко выражен цитрус. Но не кислый лимон, а сладенький такой лимон. Базилика никакого не чувствую, но очень приятный. На теплое время года вообще красота. Я взяла еще второй, потому что гели для душа что-то все позаканчивались. Я не помню, брала я его раньше, когда они появились. По-моему, брала. Это Бали. И Бали у нас личи и франжипани. Ой, тоже классный. Сочные-сочные ягодки. Классно, вообще здорово. Пахнут. Вообще, эта линейка очень удачная у Фаберлик. Ярко выраженный аромат. Они, конечно, на теле потом не остаются, но, тем не менее, принимать с ними душ прямо одно удовольствие. Так, дальше новиночки-декоративки, девчонки. Я очень хотела взять из новой линейки Acqua di Portofino кремовый скульптор, потому что на такой вот уже есть обзоры, в принципе, мне его не очень хотелось. Но не было в наличии ни хайлайтера кремового, ни скульптора. Не было в наличии в первый день действия каталога, было обидно, поэтому я взяла вот такой вот запеченный. 65-57 артикул, это у нас запеченный бронзер. Говорят, с хайлайтером не сильно отличаются эти цвета, и очень быстро выпадает сам рефил из упаковки, но, тем не менее, я все равно решила взять, потестировать, потому что я люблю эффект загара на своем лице. Подробно мы его будем обозревать в следующем видео, потому что есть еще декоративочка, будем с вами макияж делать. Пока просочим. Смотрите, он светленький, вот камера сейчас вам передает, как есть. Несмотря на то, что освещение искусственное, вот такой вот он и есть, он светлый. То есть на моем лице он может быть даже не заметен, как бронзер и скульптор. У многих выпадает очень быстрый рефил. Поэтому с этим тоже надо поаккуратней. Ну, упаковочка такая дешевая, пластиковая. Цены, конечно, у новой линейки задрали. 65-57 артикула, по-моему, вам сказала, да? 3,3 здесь грамма, но это достаточно много для такого продукта. На пальчике, в принципе, он виден. На лице? Не знаю, мне кажется, просто будет отлив. Даже отскульптурировать им лицо. Ну, мое, допустим, если Белоснежка, может быть, еще как-то. Мое навряд ли получится, мне так кажется. Я вам покажу сейчас все поближе. Просвотчим и все покажу. Переливается, отлив такой есть. Даже на руке он не сильно заметен. Не, на руке заметен. На руке заметен, заметен прилично. И, знаете, такой отлив не рыжий, благородный, красивый. Сейчас покажу вам обязательно все поближе. Что у меня здесь маленькая... А, помада. Помада, девчонки. Еще помада из линейки Acqua di Portofino. Тоже очень небюджетная. Блески брать не стал. Блески, в принципе, не люблю. Ну, хотя она помада, по сути, своей как блеск. Но будем надеяться, что она достойная. У нее ухаживающие, хорошие свойства. 403-58 артикул. Я забыла, как называется цвет. По-моему, ягодный. Да, какой-то ягодный, девчонки. Угу. Да, да, тут в чеке тоже не написано. Он какой-то ягодный. Я не стала брать нюдовый, потому что летом как-то весной хочется поярче цветов на губах, да. Несмотря на свою лаконичность, такая упаковочка приятная. Сама помада в стике яркая, очень яркая, да. Но, где салфетка детская? Но на губах она должна смотреться деликатно, как нам обещают. Все, салфетку детскую я куда-то задела, которую доставала. Помаду мне мою на губах не стереть. Сейчас новую, девчонки, и потестируем. На самом стике, я сейчас покажу тоже поближе, прям видно очень много блесточек. Камера вам сейчас делает ее ярче. Вот так она выглядит, она немножко потемнее. Вот так, да. А на цветопередачу на губы не смотрите, потому что у меня татуаж. Я вам просвочу на руке. На губах не очень достоверно будет. Куснуть хочется, да. Правильно говорили випы, это вкусняшка. Хочется откусить кусочек сразу моментально. Я подбирала под цвет своего татуажа. Мне кажется, я попала. То есть оттенок губ моих приблизительно сейчас такой же. Смотрите, можно достаточно яркий, насыщенный цвет сделать, правда? Ага. Можно, еще как. Я бы не сказала, что это прям какая-то невесомая текстура. Она ощущается на губах. Похож, конечно, на кибальм чем-то. Но это плотная текстура. Такая маслянистая. Нелегкая. Максик. Да, она достаточно плотная. Кремовая.
Пахнет обалденно. Вкус не такой обалденный. Вкус прям какой-то... Ну, он не противный, но прям очень масляная текстура. Как будто масло в рот попадает, сливочное. А что касается наличия частичек на губах, они есть. В этом оттенке есть. Они не так ощущаются, как у нас с вами в блесках из линейки Glam Team, да, есть прям вот блески, где сильно ощущаются частички, как будто песок на губах. Здесь они мелкие и еле ощутимые. Но они все равно присутствуют, имейте это в виду. Ну, то есть не гладкая поверхность губы. Я прохожусь губами по, губой по губе, да, я чувствую наличие мелких частичек. Вот этого, наверное, шиммера, блеска. А так смотрится достойно. Мне нравится. Красивый оттеночек такой вот. На лето очень яркий, сочный. Просвочим с вами, конечно же, все это дело. Ну, это вот так вот бледненько когда. На губах у меня смотрится ярче, сразу говорю, девчонки, потому что у меня татуаж. Так, и вот рядышком поярче. Это действительно такой вот ягодный оттенок. Во! Красота-то какая, да? Супер! Так, и остался Лена. Последний продукт, это тушь. Последняя тушь, девчонки, как она называется, которую мы с вами тестировали, Long and Strong, она вообще сейчас спустя месяц ведет себя очень плохо. Я вам уже говорила, что реснички как-то вниз опадают, вообще не держат форму, и она уже начинает эффект паучьих лапок создавать, поэтому надо было срочно брать новую. Мне, конечно, захотелось протестировать новинку, но мне кажется, это не совсем новинка, это Push-Up Effect тушь, очень бюджетная, артикул 58.19, и она не с силиконовой кисточкой, как я люблю, а с обычной, но что-то на нее прям хорошие отзывы. Я брала ее в прошлом ее исполнении, не в линейке Glam Team, а в обычный, да, такой пушап. И она нравилась, действительно, она работает. Так, мы с вами тоже в следующем видео протестируем. Накрасим реснички. Смотрите, какая здесь кисть. Объемная, ворсистая такая прям. Тоже поближе вам покажу. Выдаёт достаточно много туши, но без кусков. Это ценно. Это тоже ценно. Ну, давайте смотреть поближе. Вот, девчонки, свотчи. Вот он у нас, как он, господи, правильно называется-то? Бронзер. Не хочется его почему-то все время хайлайтер назвать. Потому что на моей коже он больше как хайлайтер. Мне кажется, в роли теней вот будет красиво. Да? Вот он как выглядит. Стики. Вот такой запеченный. Он уже вывалился у меня, по-моему. Мне кажется, они их вообще не закрепляют. Котёт, открой, пожалуйста. Да, он вывалился, девчонки, рефил. Сразу, моментально. Вот помада. Ой, что же вам камера так ее краснит. Я вам сейчас на балконе при естественном освещении попробую показать. Не открыла? Ну ладно, я сейчас открою. Так, тушь. Опачки. Вот, девчонки, тушь. Сейчас помада на себе весь блеск будет собирать. И мы не сфокусируемся. Вот, кисточка. Вот уши какая. Если вы любите такие. Мне кажется, она должна хорошо прокрашивать. В общем, попробуем. Вот, смотрите. Он вообще даже не приклеен был. Здесь клея даже нет. Его нет здесь, в принципе. Прикол, девчонки. Made in Italy, зато написано. Так что они сразу выпадают. Надо приклеивать, чтобы пользоваться моментом. Вот, девчонки, при естественном освещении, как выглядит помада в стике. Смотрите. Вот, сейчас цветопередача верная. И сводчи вообще, ну, верно передают. Вот такая красота. Много-много блесточек, видите? Ну, конечно, следующий каталог, 8-й, яркий, красивый. Прям мне так нравится этот цвет, я его обожаю вообще. Подарок для новичков будет у нас из серии «Дом порошочек» и водный спрей-разглаживатель белья. Неплохой, хороший подарочек. Если кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, я с вами обязательно свяжусь. Ну, на этом видео с вами буду заканчивать. Надеюсь, что обзор был вам интересен и полезен. Делитесь своими впечатлениями, что вы заказали из новиночек. Жду всех в комментариях. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.